Еще в Одессе появился второй памятник Маразли. Бюст мецената установили на Греческой площади. Средства на его изготовление выделила греческая община. Памятник выполнен из бронзы по столетним эскизам. Все детали с открытия у Юлии Федоровой. На Греческой площади большой праздник. Здесь сотни одесситов и гостей города. Все нарядные, с цветами. Памятник пока еще закрыт красным полотном. Гостей встречает живой оркестр. Все в предвкушении. Инициатива установки памятника выдающемуся меценату и городскому голове принадлежит представителям Одесской областной общины греков. Этого события они ждали не один год. И сегодня не скрывают радости и восторга. Переполнена душа восторгом, что это осуществилось. Я рад, что 10 лет моей общественной жизни, отданному этому проекту, были потрачены мною недаром. Бронзовый Маразли возвышается между двух фонтанов. Он стоит в центре круглой клумбы на Греческой площади. Бюст сделан по эскизам известного скульптора Бориса Эдуардса. Заказ на проект памятника он получил еще в 1905 году. О его заслугах можно писать книги. Григорий Маразли – один из самых успешных градоначальников Одессы. Его правление знаменует период экономического и духовного расцвета города. Он был самым щедрым. Из городских голов. Одесса завершила в конце 19 века, начиная где-то с 60-х, 70-х годов, прорыв в смысле благоустройства. То есть она начинала приобретать европейский лоск. Автор проекта памятника – народный архитектор Украины Владимир Глазырин. Построили его за внебюджетные средства. Из желающих возложить первыми цветы к постаменту выстраиваются очереди.